Меня попросили прокомментировать, значит, эту картину как специалиста по экскаваторам, грейдерам и катерпиллерам. Ну, что можно сказать? Аналогичная ситуация уже была во Франции в начале середины позапрошлого века. Значит, модернисты открыли свою выставку и на выходе из зала положили книгу отзывов. Вот. За 3 недели появился всего лишь один отзыв. Меня зовут Анри Дюпон. Я 1,5 часа бродил по выставке, не понял ровным счетом ничего. Цель посещения. На улице был сильный дождь, никуда больше не пускали, вот пустили только на вашу выставку. Вот. Я надеюсь, я прокомментирую.